Кирилл, Ярослава, Багдаулет и Лейла – самые маленькие обитатели Центра социальной адаптации несовершеннолетних области. У каждого из них своя судьба, у каждого за плечами непростая жизненная ситуация. Отдача в детдом, как я написала вот Горану запрос, чтобы вот содействие оказали его. Найти место жительства этого малыша удалось по травме на мизинчике правой руки. Но маме Кирилла не до сына, она объявлена в розыск. Сейчас ребенка навещает соседка, баба Нина. Родители Багдаулета тоже ищут. Он знает свое имя, фамилию, называет имена родителей. Но пока поиски успехом не увенчались. Ярослава только за один год дважды попадает в этот приют. Центр находит ее родных, а они вновь ее теряют. У всех этих детей есть общая одна на всех мечта – встретить Новый год в кругу родных и близких людей. С мамой, с папой, дедушкой хотел Новый год провести. Мама, мама, папа, мама, я не тати мере. Сотрудники центра надеются только на сознательность родителей. Усыновить этих детей никто не сможет, ведь формально у них есть мамы и папы.